Не забыл? Первое видео. Серега готовит технику поездки. Поездка запланирована сегодня дальняя. Посмотрим, что из этого получится. Едем на святой источник в Медвинку. Поет. Ага. А правда хорошо, что ты его не убил? Конечно. А вдруг он Тала, как Зыкина? Там, где трудно одному справлюсь вместе с вами. Где чего-то не пойму, где чего-то не пойму, разберем с друзьями. Что мне с ним, что мне мной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Только про Лёвку никому ни слова. Секрет. На медведе я, друзья, на медведе я, друзья, выйду без испуга. Если с другом буду я, если с другом буду я, а медведь без друга. Что мне снег, что мне зной, что мне дождь проливной, тогда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождь проливной. Когда мои друзья со мной. Если с другом пошел в путь, если с другом пошел в путь, веселее дорога. Без друзей меня шучом, без друзей меня шучом. А друзьями много. Что мне снег, что мне дождь, что мне дождь проливной. Когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне дождь, что мне дождь. Минуточку. Если вдруг
хорошо под небесами. Словно лодки с парусами. Вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками. По дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда, всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда хорошо под небесами, словно лодки с парусами, вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.